вареные яйца в соевом соусе. Итак, пасхальная неделя подходит к концу, и всем, кому не надоели яйца, вот предлагаем такой рецепт по-корейски приготовленных яиц в соевом соусе. Начинаем с того, что, конечно, заготовим маринад, то есть соус. Нам потребуется 100 мл соевого соуса на то количество, которое мы сейчас готовим, 7-8 яиц. Но вообще пропорция соуса к воде будет 1 к 1, в зависимости от того, сколько яиц вы готовите, ну и так далее. Вода заливаем 100 мл. Добавляем сахар в объеме 2 столовых ложек. И сироп. Сироп лучше использовать кукурузный, 3 столовые ложки. Если нету сиропа, то можно мед или сахар в тех же самых пропорциях. Все это хорошо перемешиваем, чтобы сахар и все сладкое растворилось. Берем 3 перца чили. Лучше брать и зеленый, и красный, тогда будет очень красиво. И нарезаем таким образом. Разрезаем, чтобы получилось вот 4 вот такие части. Значит, вдоль и поперек. И затем, после того, как заготовим их, еще раз все вместе сразу нарезаем на мелкие кусочки. Следующее – это одна луковица. Нарезаем полукольцами, а затем на более мелкие части. В принципе, не обязательно сильно мельчить. Все это и лук, и перец чили, и зеленый, и красный, если красный есть, закладываем в соевый соус с водой, прежде заготовленный. Но это еще не все овощи для нашего маринада. Нам понадобится одна головка чеснока, которую мы, соответственно, начищаем, и затем это можно раскрошить. Можно сделать это вот таким вот способом, с помощью ножа, а можно просто перемолоть это в блендере. Мы делаем это ножом, поэтому мы сначала его расплющиваем, а потом измельчаем. Полученный чеснок также закладываем в соус. И несколько стручков зеленого лука. Белую часть можно нарезать отдельно. И затем также измельчаем зеленую часть. Понадобится всего лишь несколько стручков, но зависит от того, сколько яиц у вас. И все это мы закладываем туда же. Все мы должны с вами хорошо перемешать. Теперь возьмем обжаренные кунжутные семена. Нам потребуется немного, всего лишь 1/2 столовой ложки. Все хорошо перемешиваем. Теперь вскипятим воду. Вода нужна в том количестве, в зависимости от того, сколько варим яиц. Берем соль и посолим. Это тоже зависит от того, сколько яиц. И уксус. Уксус 2 столовые ложки в данном случае. И закладываем яйца. Важно знать, что яйца должны быть не холодными. Они должны быть комнатной температуры, чтобы не полопались. И сначала, после того, как мы заложили яйца, 30 секунд в одном направлении мы их аккуратно помешиваем. И затем накрываем крышкой и варим 5 минут на сильном огне. После этого нам нужно будет погрузить яйца в холодную воду, лучше со льдом, или положить их под проточную воду до полного остывания. Делаем это аккуратно, чтобы яички были красивыми, не повредились. И теперь премудрость. Раскрыть яйца так, отделить от них шелуху, скорлупу, чтобы тоже их не повредить, чтобы они были красивыми. Для этого лучше это было делать, не вынимая их из воды, прямо в воде их очищать. И теперь очищенные яйца все закладываем в наш соус-маринад. Можно есть уже через 1 час, но лучше выдержать по меньшей мере 12 часов в холодильнике. Вообще, эти яйца, их можно заготовить много и хранить в течение месяца. Ну, да, и в течение месяца их нужно, конечно же, съесть. И теперь, как мы это едим? Мы варим рис, и это яичко мы выкладываем как топпинг сверху на рис. Как вы видите, мы еще добавили красный перчик сушеный. Также можно есть и нужно есть
с рисом и саму вот эту овощную часть соуса. Добавить самого немножко соевого соуса, также зеленый лук для топпинга и немного водорослей. Измельчить и тоже для топпинга. Кунжутное масло добавляем совсем чуть-чуть по вкусу и кунжутные обжаренные семена. Буквально щепотка. Ну и, собственно говоря, все, топпинг готов. И приятного вам аппетита! Я, если честно, не любитель вареных яиц, но вот в таком виде, вместе с рисом и вообще совсем-совсем вот этим вместе, это очень вкусно. И вот этот вот корейский стиль, все перемешать, сначала все это красиво наложить по отдельности, а потом все перемешать и съесть, это просто нечто. Это дает дополнительный заряд аппетита. Прям просто классно. Просто классно, просто готовьте, просто это ешьте. Все классно.